теплых осенних лучах поутру у школы носилась листва по двору. Бросались под ноги и путались листья. Мели и петляли, как хвостики лисьи. Бежали, спешили вдогонку друг другу. Взлетали, кружили, шуршали по кругу. И, может быть, долгой была бы игра, но в школу учиться пришла детвора. 5 октября во Дворце культуры «Юность» состоялось большое торжество по случаю празднования Дня Учителя. Роль учителя важна в жизни каждого человека. Ведь именно педагог закладывает в ребенка не только необходимые для дальнейшего пути знания, но и вдохновение, мотивацию на саморазвитие и желание ставить цели и добиваться их. На протяжении обучения человек встречает разных наставников, и все они заслуживают благодарности за столь непростой труд. Именно поэтому и появилась ежегодная традиция отмечать День Учителя. Поздравить педагогов Саянска с их праздником на сцену вышел заместитель мэра города Александр Ермаков. Милые дорогие педагоги, тот, кто пришел первый год, тот, кто не одно десятилетие работает в школе, на ниве просвещения, было то время, когда вы пришли домой и сказали: «Понимаешь, мама, я учитель. Видишь, я вхожу бледнее в класс, это мне решили поручить их 40 душ и 80 глаз». Ольга Васильевна, 40 человек в классе было. И идете вы в профессии уверенно, самоотверженно. Вот именно что самоотверженно. Не каждый может учить детей. Именно вы знаете, как это сделать, как эти знания передать. А эти знания вы получили тоже от педагогов. И это вот в истории вечный круг вращения передачи знаний. Огромнейшее вам спасибо за то, что учительство является главнейшей политической силой нашего государства. И многие вы члены политической партии, партии президента. Спасибо вам за активную жизненную позицию. Это очень здорово, что все мечты, все то, что определяет правительство, мэр нашего города, вы притворяете в жизнь. Александр Владимирович вручил педагогам почетные грамоты мэра городского округа за большой личный вклад в развитие образования, добросовестный и профессиональный труд. Победителя конкурса на премию губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей» в 2023 году Федоров Вениаминовну, педагога дополнительного образования «Зона детского творчества». Поздравить с праздником педагогов пришел руководитель отдела религиозного образования и катехизации иерей Саянской православной церкви Владимир Данилко. Он зачитал приветственный адрес епископа Саянского и Нижнеудинского Алексия по случаю Дня Учителя. Этот день отмечается нами как общенародный праздник. Такова значимость учительского труда, что все дни нашей жизни мы с любовью и чувством бесконечной благодарности вспоминаем своих школьных наставников, которые не только нас учили читать и писать, понимать законы созданного Богом мира, но самое главное – передали нам науку жизни, открыли нам глубину культуры, пробудили в нас творческие силы души. Суть учительской профессии, особое мастерство и высокое искусство педагога заключается, по словам Василия Сухомлинского, в умении закладывать в человеке те зерна, которые взойдут через десятилетия. А это возможно только в том случае, если педагогика имеет духовно-нравственную основу. Вновь и вновь на сцену приглашали педагогов, чей труд был отмечен дипломами, грамотами и благодарностями разного уровня за добросовестный творческий труд, большой личный вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения. Начальник управления образования Инна Кузюкова прочла в адрес педагогов замечательные стихи. «Нет на свете мудрее профессии и нужней для внедрения добра. Жизнь уроки дает, и в процессе их понимаем, учитель был прав.
прав, когда говорил, что воздастся нам за дела, что творим на земле, что любому поступку своя цена, о добре речь идет или о зле. О, учитель, пророк и наставник нам, вы остались посланцем добра. Вас поздравить с учительским праздником нам сегодня настала пора. Поздравляем, и пусть все мечтания исполняются очень легко. Мира, света, здоровья и званий, и толковых вам учеников. Вот сегодня, получая поздравления многочисленные, я отметила, что, как правило, поздравляют выпускники, которые сами стали уже взрослыми, потому что мы понимаем, что наша профессия, да, она длительного действия. И я сегодня с удовольствием вижу своих педагогов в зале и хочу им сказать большое спасибо. Анатолий Сергеевич сидит в зале, Александр Владимирович, не всех, к сожалению, еще вижу, все, кто в зале. Большое спасибо вам за ваш труд. И действительно, Александр Владимирович сказал, и те, кто делают первые шаги в нашей непростой профессии, и те, кто уже долгие годы шагает по ней, и ветераны нашей профессии, большое, огромное человеческое вам спасибо и благодарность за ваш труд. В новом учебном году коллектив педагогов города пополнился новыми молодыми кадрами. Еще 4 учителя и 4 воспитателя займутся обучением саянской ребятни. Начинающих педагогов приветствовала директор Центра развития образования Татьяна Бадулина. Пусть в сердце не гаснет огонь, Божья искра в душе не сгорает. Мы приносим в вашу ладонь спелые яблоки. Потому что с помощью яблока змей-искуситель помог человеку познать мир. Ваш выбор профессии – это искушение познания. Золотые яблоки гесперид возвращали молодость, красоту и давали силы тем, кто его вкушал. Пусть ваша молодость и желание трудиться на благо на педагогическом поприще приведет вас к огромному большому успеху. Яблоко раздора означает предмет споров. Пусть в ваших спорах рождается истина, ведущая к самопознанию, а вершиной его станет ваше самосовершенствование. В праздничный день во Дворце культуры было очень многолюдно. Зрительный зал едва уместил всех учителей и воспитателей Саянска, в адрес которых беспрестанно звучали поздравительные речи. С творческими подарками на сцену выходили танцевальные и вокальные коллективы города. Завершилось торжество зажигательным выступлением представителей клуба молодых педагогов. Буквы разные писать, тонким перышком тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me.